Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, первый в этом месяце. Кому интересны такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Ну и свой первый хобби-влог я, как всегда, начинаю по традиции с раскраски Colortronic. Мы ее раскрашиваем вместе с Оксаной, и ссылка на канал Оксаны будет под видео и в конечной заставке. Уже очень скоро Оксана вернется к съемке видео. Как вы знаете, у нее были семейные такие обстоятельства, вот, довольно грустные, ну, кто подписан на канал Оксаны, заходит к ней в Инстаграм, в общем-то, все в курсе. Но Оксана уже в этом месяце вернется к съемкам видео, вот, поэтому кто не подписан, подписывайтесь, ну и все такое. В общем, у нас по плану в этом месяце вот эта иллюстрация, в прошлом месяце была вот такая, меня здесь подвел, к сожалению, маркер. Не знаю, может быть, потом как-нибудь исправлю, потому что, ну правда, вот мне вот это все понравилось, а здесь как-то печалька. И здесь я буду, собственно, тоже раскрашивать маркерами, но фон я сделаю сухой пастелью. Так будет лучше. Мне, по крайней мере, нравится, когда вот, ну, вот где требуется. Вот, например, здесь. Мне это гораздо больше нравится. Здесь я, ну, поскольку предполагалось небо, я сделала по простенькому акварелью. Ну, как бы нормально. Вот. А маркеры я взяла вот эти новые, не вот мазари, а уже, которые набор 80 цветов. Уже их подобрала. И, конечно же, процесс покажу на камеру. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Приятного просмотра. Начну с номера один. Ой, тут еще столько мелочевки в этот раз. Вот этот маркер очень хорошо напитан. И он так расплывается. Так, а вот здесь, походу, я ошиблась. Но здесь предполагается, в общем, яркий цвет, и можно будет замазать, ничего страшного. Потому что издалека перепутала семерку и единицу. Кольцевая лампа в глаза бьет, и поэтому... Вообще предполагалось здесь два оранжевых, как я понимаю, цвета. Номер один более темный и вот этот посветлей. Но я подумала, что как бы красные у меня по доброй воле обычно не идут. Их достаточно много в этом большом наборе, а оранжевых, ну, по сути, два. Таких вот откровенно оранжевых, поэтому я подумала, что единичку можно закрасить именно красным цветом. Вот этот какой-то такой суховатый, причем он именно по факту суховатый, он не высыхает, а сам по себе такой. Но эти маркеры, да, они вообще такие, у них и нет сильного спиртового запаха какого-то. Вообще они ничем не пахнут, в отличие от мазали, но они и в разы суши, и большие поверхности, прям вот очень большие. Ими, ну вот вы видели вот этот зеленый фон здесь, да? Это вот в начале были мазали, но у меня маркер заканчивался, а потом я уже взяла из нового набора, и он вот просто такой суховатый, и большая поверхность все равно идет вот с этими переходами, что не очень хорошо. Вот. Так что у всех свои плюсы и свои минусы. Вот этот цвет мне нравится, он такой прям прикольный. Красивый очень.
Но все-таки, когда маркеров там 80 штук и больше, удобно, конечно, подбирать. И мне нравится, что в этом наборе много синих, голубых оттенков. Это прям очень актуально. И нравится, что много серых, что тоже ценно. Вот этот хороший цвет. Тоже очень нравится. Нежный такой, пастельный. Так, ну и голубые, синие. Тоже вот необычный оттенок. Тут, конечно, мелочевку, да, сложно красить. Ну да ладно, мне даже кажется, что если где-то будет что-то перетекать, один цвет в другой, это не страшно, даже прикольно. А уж с обратной стороны это всегда интересно посмотреть. Да и вообще здорово, когда вот так обратная сторона тоже полноценная иллюстрация. У меня разрядился телефон, поэтому остальное я раскрашивала без камеры, пока там заряжалась. Ну и так было, конечно, проще, потому что здесь достаточно мелкие детали, и лучше было их раскрашивать не на камеру. Фон, как и собиралась, я сделала сухой пастелью. Вот. Не хотелось мне как-то переводить маркеры, а гуашью или акрилом мне не очень нравится, я не умею им пользоваться, поэтому сухая пастель мне как-то гораздо проще. Вот. С обратной стороны мне всегда нравится смотреть, собственно, и этот зверюга тоже вот с обратной стороны классно выглядит. Так что план по этой раскраске выполнен в этом месяце. Мне очень нравится начинать месяц с Colortronic. По номерам, во-первых. Ну и, во-вторых, детали крупные, и маркеры можно использовать. Ну, просто настоящий праздник. Поэтому сплошное удовольствие. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть все ваши планы в раскрасках удастся выполнить. До скорой встречи. Всем пока-пока.